сорт томата стринги. Это вот такой вот плоско-округлый, интересного окраса томат из серии гномов. На темно-темно-вишневом фоне темно-зеленые, практически металлического цвета штрихи. Очень красивый сорт. На кусту не бывает двух одинаковых томатов. Это среднеспелый сорт. Высота куста до 80 сантиметров. Вес томатов от 200 и больше грамм. Этот сорт из серии гномов, можно его не посынковать. Помидоры устойчивы к растрескиванию. Этот томат салатного назначения очень вкусный. В разрезе томат многокамерный, очень сочный, очень мясистый. Темно-вишневая мякоть. Очень вкусный томат. Вкус с такой небольшой пряной сладостью. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.